Привет! Меня зовут Юля, и я художник-любитель. Рисование присутствовало в моей жизни с малых лет. И несмотря на то, что я не посещала художественную школу, путем проб, ошибок и самообразования я научилась превращать свои детские каракули в натюрморты, пейзажи и портреты. Мне интересно работать с разными материалами, но наибольшее предпочтение среди традиционных техник я отдаю масляной живописи. Кроме того, этим летом я открыла для себя digital art, и он занял особое место в моем сердце. Занятие живописью – это мой способ воплощать в жизнь идеи, которые живут в моем воображении. Ну и, конечно, рецепт хорошего настроения. Golden Time Talent для меня является шансом поделиться своими работами с миром и разделить свое ощущение прекрасного с окружающими. На конкурс я подаю 4 работы в 3 номинациях – живопись, репродукция и digital art. В номинации «Живопись» участвует один из моих любимейших пейзажей, написанный маслом в многослойной технике. В номинации «Репродукция» – копия картины Рикерса Хендрика, натюрморт с цветами и фруктами. И, наконец, 2 цифровых рисунка увидят свет в номинации digital art. Надеюсь, вы получите удовольствие от просмотра моих картин. Всем спасибо и до встречи! Thank you.